прикладываем максимум усилий для того, чтобы захотели заниматься спортом. Особенностью спортзала также является то, что это специальный спортивный пол, который выполнен из пятислойного покрытия для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить отскок мяча такой, как он должен быть, а с другой стороны, ни в коем случае не повредить ноги, колени тех спортсменов, которые тут будут заниматься спортом. Поэтому также мы его оборудовали, сделали полностью современную систему вентиляции, которая после Советского Союза, естественно, не функционировала уже долгие десятилетия. Поэтому вот такой спортивный... Пропоную піти далі. Мені такий...